А, ну вот эта ерунда мне не нужна. Вот мои наручи, которые он мне подарил. Одеяние мага. Топор так наносит цели 5 единиц. Ну это хороший топор. Хороший топор. Так, наверное, вот это снимем. Не жалко. Оно разрушится. Вот, еще предмет, который хотите уничтожить, поэтому надо уничтожать то, что не нужно. Хотите уничтожить. Ну а что делать? Уничтожить предмет, вы изучили зачарование повышения навыка разрушения. Повышение навыка разрушения. Навык зачарования повышается до 17. Так, и что теперь? Предмет. Так, а зачарование какое? Повышение навыка разрушения. А, там было больше. 12 или 15 было. Стало 8. При снятии зачарования уменьшается, наверное, процент. Ну и что, мне разрушение расходит на 8, мне это не нужно. Так, если снять ты еще что-нибудь. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Иллюзия. Одноручная мне надо. Магия, магия. Наносит цели 5 единиц урона. Не, оно станет еще слабее, если я сниму. Буду накладывать на другое. Там уже, может, не 5 единиц будет, а 3-2. Кто знает его? Ладно. Пока ничего не будем делать. Давай я тебе его передам. Прикрою. Я покажу тебе то, давай, что покажи. Знаю. Да, опять я новичок. Так, хорошо, я хочу обменяться. Буду здесь. Какой? Мы выступаем? Да я ж с тобой поменяться хотел вещами. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Так. Ты его не взял, да? Веди. Так, куда мы идем? Не понял. Мне же надо поговорить с этим. С Микаэлем. Найти меч Красного Орла. Отдать Аркадию морозную соль. Так. Фаркас отдать. Микаэль. Вот он где. Так, здесь лагерь чистых. Чистых чего? Родников. Найти меч Красного Орла. Ничего себе, далеко как. Так, это что? Авентус Амаритина. А что это? Поговорить с Авентусом Аретино насчет чего? Непонятно. Ну
что, ты тоже здесь, чтоб моему отцу сапоги лизать? Да ты чё, парень? Владение Скайрима. Мэн, книжек тут куча. К вопросу о двемерах каких-то. Тут читать и читать. Темнейшие кошки Скайрима. Саблезуб, а что они? В снегах. Саблезубы. Понятно. Про саблезубов. Остальное вроде я смотрел уже. Так, а что у вас тут? Ну что, ты тоже здесь, чтобы да отстань ты уже лизать. От меня, мэн. Ну книг куча, куча книг. Койка принадлежит не вам. Платяной. Ну одежда. Что, да здесь, отстань ты. Эмоции, отстань ты от меня. Так, а что у меня там с весом? А, 286. Так, я там зашел. А это куда? Дверь. Драконий предел. Дверь. Актурианская ересь. Подземный король. Тамриэль. Узор божеств и культов Тамриэля. Сколько времени? 3 пм. Чтобы успеть сходить к этой барышне. Запасы. О, зелье лечения. Зелье запаса. А, я же этим самым. Я стал этим самым, как его? Как он меня назвал там? Поэтому... Поэтому... Поэтому как бы мне разрешается уже... пользоваться некоторыми вещами. Богатый головной убор. Гранат, золото. Классно. Богатая одежда. Охранник. Так. Это я уже куда-то в покое забрался чьи-то. Золото.
Тянучка? Тянучка, это что, резина, это самая жевательная резинка? Лютня. Кошель. Пирожное. Серебряное ожерелье нельзя. Нельзя. Дверь. Ну, везде можно зайти, так что... Блин, сколько книг. Ну это невозможно все. Ну чё ты кашляешь? Ну? Столько книг, мы. Я уже не помню, что я смотрел, что нет. Охота на троллей. Выслеживаете тролля. Со щитом нужно отбивать атаки. Он залечивает раны. Огонь. Если вы не владеете магией огня, найдите себе зачарованное оружие с волшебным пламенем. Множество раз доказано, что тут действует огонь. Сбор жира. Понятно. Сбор яда морозного паука. Он обычно уже собранный, лежит на них. Понятно, мэн, столько книг, обалдеть. Бивень мамонта. 150. Ух ты! Вот это я попал. Уголь. Не знаю, для чего я. Утраченные легенды. Начата запретная легенда.